Тебе молимся и Тебе просим, да высияет свет лица Твоего на рабе Твоей всем Кириллу. Когда знаменуется свет, и отобразится крест единородного Сына Твоего в сердце и в помышлении Его, дабы избегать суеты мира и всякого лукавого умысла врага, следовать же повелениям Твоим, и да пребудет, Господи, неотъемлемым имя Твое святое на нем, готовящимся во время благопотребное соединиться со святой Твоей Церковью, созидая жизнь свою страшными тайнами Христа Твоего, и прожив по заповедям Твоим и сохранив печать нерушимую, получит и блаженство избранных во Царстве Твоем, благодати ради человека любви единородного Сына Твоего, с ним же благословенный Ты, что пресвятый Ты мы благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помир. Во имя Твое, Господи Боже, истины, единородного Твоего Сына и Святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего Сына Кирилла, сподобившегося прибегнуть ко святому имени Твоему, которого прыг Твоих прибежище найти. Удали от него древние повреждения, исполни его верой в Тебя, надеждой и любовью к Тебе, да познает, что Ты Бог истинный, единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святой Твой Дух. Помоги ему все заповеди Твои соблюсти и поступать как угодно Тебе, ибо исполняющий заповеди ими живет. Пиши его имя в Твою книгу жизни, присоедини его к стану наследия Твоего, да через него прославится имя Твое святое и возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа и животворящего Твоего Духа. Да всегда взирают очи Твои на него с милостью, и уши Твои всегда дослышат голос моления его, дамы ему радость в делах рук его и во всем роде его, да исповедует Тебя, непрестанно восхваляя, поклоняясь и прославляя великое и возвышенное имя Твое во все дни жизни своей. Прославляю Тебя все силы небесные, ибо Тебе единому подобает слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Теперь мы прочитываем молитву под названием «Запрещение», «Запрещение дьяволу действовать над человеком», потому что мы верим и знаем, что в душе каждого человека борется добро со злом, борется Бог с дьяволом, и эта борьба особенно острой становится тогда, когда человек понимает крещение, потому что он делает тот выбор, который дьяволу совершенно ненавистен. Человек выбирает Христа. Господь запрещает тебя, дьявол. Господь, пришедший в мир, обитавший среди смертных, дабы разрушить твою власть и от нее людей избавить. Запрещает тебя, Господь, на древе креста, победившую силу врага, когда солнце померкло и земля поколебалась, и гробницы открылись, и тела святых воскресли. Господь, своей смертью, уничтоживший смерть и лишивший силы, имеющий власть над смертью, тебя, дьявол. Заклинаю тебя Богом, произрастившим в раю дерево жизни и поставившим на страже его херувимый пламенный обращающийся меч. Запрещен, будь и изыди. Заклинаю тебя Богом, ходившим по волнам моря, как по суше, и запрещавшим бурным ветром. Взор его иссушает морские бездны, а гнев его расплавляет горы. Через нас он и ныне запрещает тебе. Убойся, выйди и отступи от человека сего, и ты не возвратишься и не скроешься в нем. Да не встретишь его и не навредишь ни ночью, ни днем, ни утром, ни в полдень. Но удались в свою бездну Тартара во время великого, до времени великого дня суда, уготованного всем, убоясь вас Бога, восседающего на херувимах и взирающего на бездны, перед которым трепещут ангелы, архангелы, престолы господства, начало власти, силы, многоокие херувимы, жестокрылатые серафимы, перед которым трепещет небо и земля, море и все живущие в них. Выйди, удались из впечатленного новоизбранного воина Христа Бога нашего, ибо Господом, шествующим на крыльях ветра и творящим ангелами своими, огни пылающие запрещаю тебя. Выйди же, удались из человека сего со всей твоей властью и всеми ангелами твоими, ибо препрославлено имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господь Саваоф, Бог Израилев, исцеляющий всякую болезнь и всякую немощь, возри на раба твоего Кирилла, призови, испытай, отгони от него все действия дьявола, запрети нечистым духом, прогони их, и очисти создание рук твоих, и скорым действием всемогущества твоего, не спровергни сатану под ноги его, и даруй победу над ним и над нечистыми его духами. Да милость тебе получит, удостоится бессмертных твоих и небесных тайн, и тебя прославит Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Аминь.
Господи, помолимся, Господи, помилуй, вечно пребывающий, неизменно растущий, благодать Господи, сотворивший человека по образу Твоему и подобию, давший ему возможность жизни вечной, Ты отпавшего через грех от Тебя не отвергнул, но через нечеловечивание Христа Твоего устроил спасение мира. Сам человека сего создание Твое, избавив от рабства врагу, прими в Твое пренебесное царство, отверзи его духовные очи, да озарит их свет Евангелия Твоего, соедини неразрывно с жизнью его, ангела света, избавляющий от всяких козней дьявола, от встречи с лукавым, от демона полуденного и от губительных видений. Изгони из него всякого лукавого, чистого духа, сокрытого и блестящегося в сердце его. Изгони из него всякого лукавого, нечистого духа, сокрытого и блестящегося в сердце его. Изгони из него всякого лукавого, нечистого духа, сокрытого и блестящегося в сердце его. Духа заблуждение, духа зла, духа идолослужения, дьявольского угнетения, духа лжи и всякой нечистоты, действующей по научению дьявола. Сделай человека сего разумной овцой, святого стада пастыря нашего Христа Твоего, святым членом Церкви Твоей, сыном и наследником Царства Твоего, дабы исполнил Твои заповеди, сохранив неповрежденную печать и неоскверненную одежду крещения, достигнет блаженства со святыми во Царстве Твоем, по благодати и милости человеколюбию, единородного Сына Твоего, с которым благословенный Ты, со пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Теперь мы с вами совершаем чин отречения от дьявола. Держите. Я буду вас спрашивать, и вы будете мне отменить. Отвечаем его, отвечаем его. Отрекаешься ли ты от сатаны, и от всех дел его, и от всех ангелов его, и от всякого служения его, и от всей гордости? Отрекаюсь. Отрекаешься ли ты отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его, и от всякого служения его, и от всей гордости его? Отрекаюсь. Отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его, и от всякого служения его, и от всей гордости его? Отрекаюсь. Отрекся ли ты от сатаны? Отрекся ли ты сатаны? Отрекся. Отрекся ли ты сатаны? Отрекся. И в знак отречения дуй и на дьявола. Поворачивайся. Дуем все вместе. Дуем. И в знак нашего полного пренебрежения действия сатаны на человека, поворачиваемся обратно, мы его образом выведем. Теперь я спрашиваю вас о готовности соединиться со Христом, быть в церкви. Соединяешь ли со Христом? Соединяюсь. Соединяешь ли со Христом? Соединяюсь. Соединяешь ли со Христом? Соединяюсь. Соединился ли со Христом? Соединился. Соединился ли со Христом? Соединился. Соединился ли со Христом? Соединился. Веруешь ли в Него? Верую в Него, как в Царя и Бога. Переворачиваем на другую сторону лист и прочитываем символ веры, исповедание нашей Церкви. Читайте. А я читаю, да? Веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли всего видимого и невидимого. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единого народного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, им же всего сотворенного. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого же нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, согласно Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славой, чтобы судить живых и мертвых, Его же Царство не будет конца, и в Духа Святого Господа, дающего жизнь от Отца исходящего, с Отцом и Сыном, с поклоняемого и православного, говорившего через пророков, единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Признаю одно крещение для прощения грехов, ожидая воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь. Аминь. И поклонись Ему. Поклоняюсь Отцу и Сыну, Святому Духу, Троице, Единосущному и Нераздельному.
Благословен Бог всем человекам, желающим спастись и к познанию истины прийти ныне и присно веки веков. Аминь. Владыка Господи Боже наш, призови раба Твоего Кирилла ко святому просвещению Твоему, достой великой благодати святого крещения Твоего. Совлеки с него ветры, если обнови для вечной жизни, исполни силой святого Твоего Духа для соединения со Христом Твоим, да не будет чадом плоти, но сыном Царства Твоего, по благоволению и благодати единородного Твоего Сына, с которым благословен Ты, со пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С вами совершение. И теперь мы приступаем непосредственно к самому таинству крещения. Сейчас я обращусь к вам. Крещение, вхождение человека в церковь, осознаем как некий образ нашего вхождения в Царство Небесное, в рай. Мы с вами здесь, на земле, будучи членами церкви, становимся и людьми, которые приближаются к Царству Небесному, к вечности. Благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся, Господи, помилуй. О мире всего мира и спасении душ нашей, Господу помолимся, Господи, помилуй. О посвящении воды сей силой действом и сошествием Святаго Духа, Господу помолимся, Господи, помилуй. О ниспослании на нее благодати искупления и благословения Иордана, Господу помолимся, Господи, помилуй. О сошествии на воду сей очистительного действия Пресущественной Троицы, Господу помолимся, Господи, помилуй. О просвещении нас светом знаний и благочестия через хождение Святого Духа, Господу помолимся, Господи, помилуй. Да будет вода сия защитой от всех козней видимых и невидимых врагов, Господу помолимся, Господи, помилуй. Да удостоится крещаемый в ней нетленного царства, Господу помолимся, Господи, помилуй. А ныне приступающим к святому просвещению и о спасении его, Господу помолимся, Господи, помилуй. Да будет он сыном света и наследником вечных благ, Господу помолимся, Господи, помилуй. Да будет он соединенным и сопричастным смерти и воскресению Христа, Бога нашего, Господу помолимся, Господи, помилуй. Да сохранит он неоскверненный непорочной одежду крещения и обучение со Святым Духом до страшного дня последнего и грозного суда Христа Бога нашего, Господу помолимся, Господи помилуй, да будет ему вода сия, омовение, возрождение для прощения грехов, одежда бессмертия, Господу помолимся, Господи помилуй, да услышит Господь Бог глас моления нашего, Господу помолимся, Господи помилуй, наступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи. Как это ставится Твое Пречисто имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Можете пока раздеваться полностью. Вери Ты, Господи, иди на дела Твои, и никакое слово не сможет достойно прославить величие и чудес Твоих. Вери Ты, Господи, иди на дела Твои, и никакое слово не сможет достойно прославить величие и чудес Твоих. Великий Ты, Господи, иди на дела Твои, и никакое слово не сможет достойно прославить величие и чудес Твоих. Ибо по воле Своей Ты все в жизни привел из небытия, Ты силе Своей, сотворенное хранишь и промыслом Своим управляешь миром, Ты создал из четырех стихий этот мир, Ты увенчал четырьмя временами круг года, пред Тобой трепещет духовная сила, Тебя воспевает солнце, Тебя прославляет луна, пред Тобой благоговеют звезды, Тебя слушается свет, от взора Твоего содрогаются бездны, источники слуги Тебе. Ты простер небеса, как покров, Ты на водах утвердил землю, Ты оградил море песком, Ты воздух и следит для дыхания живущих. Ангельские силы Тебе служат, сонмы архангелов поклоняются, Ты окружен многими херувимами и шестоглавыми серафимами, предстоящими, летающими, прикрывающимися крыльями в страхе от неприступной славы Твоей. Ты, Бог безграничный, безначальный, жизнь изреченный, на землю сошел и принял образ раба, сделавшись подобным человеку, и по милосердию милости своей, владыка не мог без сострадания взирать на мучимый дьявол человеческий род, потому пришел и спас нас. Исповедуем благодать, исповедуем милосердие, не скрываем Твоих благодеяний. Ты освободил все роды людские, девственное чрево осветив рождением Своим. Все творение воспевает Тебя явившегося, ибо Ты, Бог наш, на землю пришел и жил с людьми. Ты с небес не спасав Святого Твоего Духа, иорданские струи осветил и сокрушил головы змеям, гнездящихся там. Ты сам, человеколюбивый царю, прииди ныне, сошествием Святого Твоего Духа и освети воду
свободу сию, и сам человек удивится любви единыне, нашествием Святого Твоего Духа и освети воду сию. Ты сам человек удивится любви единыне, нашествием Святого Твоего Духа и освети воду сию. И даруй ей спасительную благодать, благословение Иордана, сотворение источником бессмертия, даром освящения, освобождением от грехов и от болезни, исцелением, демоном губительной и дьявольским силам недоступной, ангельским могуществом исполненной, да отбегнут от нее злоумышляющий против создания Твоего, ибо призвал я дивные, славные и страшные дьяволу имя Твое, Господи, да погибнут по знаменем образа креста Твоего вся силы дьявола. Да погибнут под знаменем образа креста Твоего вся сила дьявола. Да погибнут под знаменем образа креста Твоего вся сила дьявола. А цитируем. Молимся Тебе, Господи, и имени Самого. Крещаем. Молимся Тебе, Господи, да отступят от нас все воздушные таящиеся призраки, и да не утаится в воде этой демон темный и дух лукавый, омрачающий разум и смущающий помыслы. Но Ты, Владыка всех, яви эту воду водой избавления, водой освящения, очищением плоти и духа, освобождением от уз, прощением согрешений, просвещением души, омовением возрождения, обновлением духа, усыновлением дара, одежды нетления, источником жизни. Ибо Ты сказал: Господи, омойтесь и очиститесь, и удалите пороки от душ ваших. Ты свыше даровал нам новое рождение от воды и духа. Яви себя, Господи, в воде этой и даруй перерождение в ней крещаемому, дабы, сняв себя ветхого, погибающего от обольстительных похотей, облегся в нового, обновляемого по образу создавшего его, достав в крещение и причастным Твоей смерти, приобщен будет и к воскресению Твоему, и, сохранив дар Святого Твоего Духа и умножив залог благодати, примет почестью небесного звания и соединится к первенцам, написанным на небесах у Тебя, Бога и Господа нашего Иисуса Христа, ибо Тебе подобает славу, власть, честь и поклонение, Ты безначально Твоим Отцом, Пресвятым, Благим и Житворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Перед таинством крещения, перед погружением в святую купель нашего крещаемого совершается помазание миром, маслом, специально посвященным церкви маслом. Сначала самой воды, которой мы погрузим Кирилла. Вонме, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вонме, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вонме, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И помазывается сам крещаемый. Кирилл, как Божий, помазывается. Елеем радость во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во здравие души и тела, тишины и веры. Души Твои сохранись Тебя и создавшись, вразуми меня и научившись заповеди. Аминь. Вот мы с вами достигаем самого главного момента таинство крещения, погружения крещаемого в святую воду, в священную сейчас воду, из которой он будет православным христианином. Рома, ты мне будешь помогать? Иди сюда. Держи. Букет есть, крепко держи. И не потеряй. Так, держи. Вставай. Сюда вот вставай. Здесь пустой, я тебе уже забыл. Это был брат. Помни? Так, вы берите, да, полотенчик, и потом рубашку делать. Сыр, чтобы дать грубу. Крещается раб Божий Кирилл, Рома Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Аще, кто хочет пойти по мне, давай сюда крест, да возьмет крест свой и по мне глядит, сказал Господь. Звук.
Вам повезло. Или мне повезло. Ну, вообще, надо бы еще застегнуть. Да. Облачается Божий Кирилл в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вытирайте его и надевайте рубашку, и обратно куда-то возвращайте. Спасибо тебе, Иисус. Господи, вам. Штаны надо? Ладно. Одели? И рубашку. Рубашку одевать можно? Да. Давай. Как я это делала? Кирюха, идем. Совершаем еще одно очень важное действие. Таинство миропомазания. То есть таинство крещения есть готовы к человеку. Готовы к человеку быть христианином. Таинство миропомазания – это таинство присоединения к церкви. Помазанием этим святым священным специальным составом под названием мира каждый человек, принявший крещение, соединяется с церковью, получает возможность присоединяться к ней через таинство, через причастие, через исповедь. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Печать дара Духа Святого. Теперь знак нашей радости, знак нашего веселья о том, что появился на свет еще один христианин. Мы совершаем крестный ход. Вокруг купели, вокруг икона Христа, держите встречу, с памятью о том, чтобы вся жизнь нового христианина всегда была бы вокруг веры, вокруг Бога. Елицы Бог Христа воскресися, Бог Христа, Боже воскреся, аллилуйя. Елицы Бог Христа воскресися, Бог Христа, Боже воскреся, аллилуйя. Елицы Бог Христа воскресися, Бог Христа, Боже воскреся, аллилуйя. Елицы Бог Христа воскресися, Бог Христа, Боже воскреся, Евангелие чтения. Он в то время после воскресения Господа нашего Иисуса Христа, один из учеников его пошел в Галилею на гору, где повелел ожидать его Иисус. И один увидев его, поклонились ему, а некоторые усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле, сверидите, научитесь народу, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и буду с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. Избавление грехов напутало ему во святом крещении, даровавшем жизнь через второе рождение, подавший сам владыка Господи, по благоволению твоему непрестанно озаряй светом
лицо Твое, сердце Его, щит веры Его, непосравленным от рак соблюди, одежду бессмертия, которую он облегся, ныне сбереги, неоскверненные и чистые, печать духовную, неповрежденную в нем, своей благодатью сохрани. Милости будет к нему и к нам по множеству сострадания Твоего, ибо благословенные предпоставлены всеми почитаемое личное имя Твое Отца и Сына, Сюда Духа, ныне и весно, и во веки веков. Аминь. Оправдался и Сын, Сын, Сын. Омылся Иси, миропомазался Иси, посвятился Иси, крестился Иси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, помолимся, Господи, помолимся. Скажите, Господи, Боже, наш образ, в своей души же человека, разумной души, прекрасного тела, Ты составил его, и да послужит тело разумной душе. Ты голову превыше всего поставил, множество чувств в ней поместив, не мешающих друг другу, и волосами покрыл ее, да не повредят ей перемены воздушные. Все члены тела по потребности расположил, да все прославляя Тебя, искуснейшего художника, сам Владыка, через избранного Тесура Твоего ступал, заповедавший нам, все делает по славу Твою, раба Твоего Кирилла, пришедшего принять начальное пострижение волос головы своей, благослови вместе с восприемником, восприемницей его. И дай им всегда поучаться в законе Твоем и совершать угодное Тебе, ибо Ты милостивый, человеколюбивый Бог, Тебе слава высылаем Отцу и Сыну Святому Духу, милый Учителю и Бог. Аминь. Человек, который совершает человек после крещения, происходит пострижение волос. Как некое обещание Богу человека всю жизнь сохранить. Тот договор, который сегодня был заключен между ним и Богом. Постригается раб Божий родной во имя Отца. И Сына, и Святого Духа. Теперь мы совершаем окончательное воцерковление нашего Кирилла, и потом я маме вам отдам это. Воцерковляется раб Божий Кирилл во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Подниду в дом Твой и поклонюсь ко храму Своему. Воцерковляется раб Божий Кирилл во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Воцерковляется раб Божий Кирилл. Ныне отмечающего Батюшку Богородицу Кирилла, Преподобствующего Исаакия, Преподобствующего Богородицу Кирилла, Преподобствующего Богородицу Кирилла, Преподобствующего Богородицу Кирилла, радуйся, благодатный Твой, Твой Сердце, Солнце, Правда, Христос, Бог наш, посвящающий Отцы, Иисусе Христа, Всеправедный, приемлемый в объятии, сегодня душ нашей, дарующего нам воскресенье. Прими, Господи, раба Твоего Кирилла, церковь Твою святую, сохрани его от всякого зла. Пресвятая Богородица, покрой его честным Твоим покровом, заступай его и ограждай его от всякого зла. Держите. Помилуй нас, Боже, повелись и милости Твоей, молимтесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, обет Божий. Марии, Ксении крестной, ежу множитесь им, лето живота их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И Господи Боже наш, будь всегда милости к новопросвященному рабу Твоему Кириллу, и сохрани, и спаси, и прославь его Твоей божественной силой, и не оставь нас, уповающих на Тебя, ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог. Тебе мы славу высылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитву пречистая Своей Матери, и подобного Отца нашего Сергия Радонежского, всегда главнопостного князя Владимира, святаго преподобного Кирилла Радонежского и всех святых, помилует и спасет нас, всех благо.
Поздравляю вас. Мы с вами совершили таинство крещения. Это великое событие для самого человека, для его семьи, потому что тем самым вы, как семья, еще раз подтвердили свидетельство, засвидетельствовали свое христианство, свою готовность не только жить самим по заповеди Божией, но и воспитывать христианином, христианами своих детей. В наше время это совсем непросто. Гораздо проще выучить, дать человеку хорошее образование, что, конечно, тоже очень важно, чем воспитать настоящего доброго христианина. Слишком много вокруг нас всякого зла и всяких, как мы говорим, искушений для того, чтобы сбиться с истинного пути. Но надеюсь, что вы с этого пути не собьетесь, надеюсь, что вы, благодаря вашим крестным, которые тоже будут заботиться о духовном зарастании Кирилла, будете стараться изо всех сил сами быть христианами, свою веру, свою убежденность передавать детям. Невозможно воспитать детей в том, в чем мы сами не уверены. Поэтому будьте уверены в том, что наша вера является единственно возможным смыслом нашей жизни. А все остальное приложится. Ходите в храм, обязательно посещайте богослужение, идите на исповедь, причастие. Сейчас будет пост, раз в самое время, когда мы можем как-то произвести состояние. А что касается Кирилла, то, конечно, надо будет его принести в храм в ближайшее воскресенье или в субботу, когда вам удобно, с утра, на первое причастие. В субботу или воскресенье. В субботу у нас причастие бывает примерно в полдевятого, около того воскресенья, в зависимости от того, когда он встает, если пораньше, то у нас есть ранее, более ранние литургии, там причастие примерно 8-10, 8-15, и поздние литургии причастие бывает примерно в 11-15. Приходите обязательно, совершенно необходимо, дорогая крестная, я вам напомню, что надо после крещения, да, преподать ребенку первое причастие, потом приходить с ним в храм, хотя бы раз в месяц, с тем, чтобы младенец привыкал к храму Божьему и к богослужению. Свидетельство о крещении, которое мы с вами сейчас совершили, на память о нашем совершившемся крещении, ход ангелохранителя мы всем даем. Мы знаем и верим тоже, что Господь после крещения каждому человеку представляет ангела для заступления и помощи, и ограждения всякого зла. Вот поэтому ангелу надо молиться, потому что он тоже владельца избавления. Ну, рядом с кроватью повесить эту икону, Священное Писание, Новый Завет, Псалты, как у себя был в доме, вместе читали. О нашем храме несколько информации, которая здесь довольно подробно изложена, в ней очень много всего происходит, ну а вы теперь являетесь прихожанами нашего храма, потому что вы здесь. Поэтому добро пожаловать, и будем рады вас видеть. Небольшая книжечка «Святого покровителя детей» преподобно Стивиана, замечательного святого, которому тоже, конечно, можно и нужно обращаться в молитву, в своих скорбях и житейских невзгодах. Вот. Ну и диск с какими-то тоже историями бабы. Спасибо. Спасибо. Если у вас будут какие-то вопросы, и, ну, мало ли, что-то такое, ну, вот мой телефон что здесь есть, обязательно мне звоните про ребенка, еще можно что-то делать дальше, как жить. Я Кириллу хочу, конечно, пожелать здоровья, вот, чтобы вырос умный, талантливый, красивый, любимый крестник. Вот. Ну, и родителям, конечно, терпения. Ой, уважаемые родственники, уважаемые папа, мама, крестная, я в этот замечательный день таинства крещения нашего любимца Кирилла. Я хочу в первую очередь пожелать родителям, крестной, здоровья вашему сыну, здоровья на долгие годы. И хочу сказать, чтобы путь его был к Царствию Небесному легким и нетрудным. Пожалуйста,
сами приучайтесь, приучайтесь Кирилла исполнять заповеди Божьи. Приобщайте, как отец Александр сказал, приобщайте Кирилла, он теперь у нас христианин, чтобы он вырос настоящим христианином. Он должен посещать храм вместе с родителями. Будьте здоровы, семейного вам счастья и благосостояния, и Божьей благодати. И пусть ангел-хранитель вас оберегает, помогает и подсказывает. Всего вам доброго и хорошего на жизнь, в жизненном пути. И чтобы Бог был с вами всегда. Желаем здоровья, чтобы ты нам был любимым нашим дорогим сыном. Пойдем. Здоровый и сильный, чтобы ты большой был, чтобы ты ходил. Умный. Сюда смотри. Умный. Умный. Не обижал маму и папу. И папу, и маму.